грудное вскармливание приносит не только здоровье ребенку, но и здоровье матери. Об этом говорили сегодня на методическом семинаре, приуроченном к 5-й Всемирной неделе грудного вскармливания в Якутии. Организаторы семинара, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» совместно с Министерством здравоохранения Якутии и Центром питания НИИ здоровья СВФУ. В работе семинара приняли участие более 150 человек. Доклады и выступления отражали проблемы и их решения, входящие в тематику заявленных к обсуждению вопросов. Участники отметили, что рациональное обеспечение женщин и детей качественным и безопасным питанием приобретает особую актуальность в экстремальных условиях Севера, где много семей с низким социальным статусом. Поскольку не все молодые женщины имеют достаточный опыт по правильному вскармливанию детей, по пониманию приоритетов в своих, как говорится, дальнейшем воспитании детей, да, закладки его будущего здоровья, ее ребенка, то обязательно нужно проводить популяризацию грудного вскармливания.